Ну что, спойли меня? Вот моя добыча лежит. Вот он, красавчик. Это добыча. Большой молодой самец. Этот рябчик тоже отозвался на голос самки. Потом начал уже самцом манить. Он сделал 3 нара перелета. Сел так удобно, прошел как раз по выстрелу. На фоне деревьев сидел открыто. Без проблем попал. Поначалу садился, но она так сядет на ветку. Шмык сразу же за дерево. Ну, это вот как чувствует, что на него через оптический прицел смотрят. Тем не менее, он все равно ошибся. Стал моей добычей. Несмотря на сегодняшний ветреный день, а рябчик вот один. Середина октября все-таки. Сейчас пойдем посмотрим, может еще. Больше не откликаются. Будем искать. Что-то до озер дошел. Никого здесь нет. Единственный лебедь, он плавает. Погода очень быстро портится. Сейчас, судя по всему, пойдет дождь, и надо отсюда сваливать. Весь день погулял, свежим воздухом подышал, одного рябчика добыл. И, в общем-то, доволен. Так что всем ни пуха, ни пера. Всем удачи.